Дом, на котором висит мемориальная доска, посвященная Владимиру Ивановичу Далю, писателю, лексикографу, создателю толкового словаря, в Москве не так легко найти. Старинный дом на Пресне сейчас не виден с Большой Грузинской улицы, он словно спрятался за административными зданиями во дворе Министерства природных ресурсов. Это дом-свидетель, дом-ветеран, переживший пожар Москвы в 1812 году при Наполеоне, погромы во время революции 1905 года, фашистские бомбежки в годы Великой Отечественной войны и разрушительную реконструкцию советского периода, когда памятник истории был приговорен под снос. А еще это дом-музей, дом-хранитель памяти о неутомимом собирателе слов и создателе многотомного толкового словаря живого великорусского языка, который мы привычно называем словарем Даля. Как один человек смог осилить такой грандиозный труд? Ответ на этот вопрос можно попробовать найти в удивительной биографии Дали. Она впечатляет и не меньше, чем его творение. Смотрите фильм из цикла «Незабвенные» на телеканале «Радость моя».